Привет, дорогие друзья! У меня появился красный прожектор 50 Вт. Был раздобыт со скидкой. Дешевле 400 рублей. У меня есть два синих прожектора по 50 Вт этой же фирмы. Думаю, два синих плюс один красный, интересная комбинация получится. А смешанный свет визуально, наверное, будет казаться фиолетовым. Синий свет вроде как отвечает за антоциановую окраску, а красный вроде как за накопление сахаров. Есть одно опасение насчет осеннего периода. К примеру, хлореллу я на глюкозе выращивал, причем в зимний период. До 22 июня, может быть, и на всю ночь красный прожектор врубил. Вообще, до полудня я не особо планирую включать прожекторы, так как строго до полудня на них светит солнце. В общем, не хочу включать, чтобы не сгорели от перегрева в солнечный день. А вот идея досветки в дождь крайне заманчива. Главное, чтобы дождь без грозы был. Но и на закате идея с красным как-то на первый взгляд сомнительна. С другой стороны, как вариант, можно попробовать врубить красный в темноте, попробовать разбудить персики. То есть попробовать использовать подобный стресс для закаливания. Еще нашел интересную статью про выращивание персиков под разноцветными пленками. Как я понял, под синей и красной пленкой персики росли лучше всего, даже в сравнении с нейтральной, по-видимому, обычной. Еще в статье есть интересный коэффициент соотношения синего и дальнего красного. Зеленый прекрасно проходит через весь листочек. Красный, так же как и синий, отлично поглощается хлорофиллом в верхних слоях. А вот дальний красный, он отлично проникает сквозь весь лист. И эти эффекты становятся очевидными только когда мы изучаем все растение целиком, или даже несколько разных видов растений. Ссылки оставлю под роликом в описании.